Апокалипсис приходит в мир в различном обличии, однако сегодня я вас хочу познакомить с довольно уникальной идеей, которая понравится вам с первой минуты и вы захотите поиграть в эту игру Last Oasis. Сюжетная линия расскажет о конце света, который случился нежданно, большая часть людей погибла, а Земля поделилась на два полюса и была разделена на две экстремальные и смертельные среды. Только узкая полоса пространства между горячей и холодной половинами планеты имеет условия, которые могут поддерживать жизнь. Эта полоса движется со скоростью вращения планеты вокруг Солнца, и вся жизнь на Земле должна мигрировать вместе с ней. Еще одной большой проблемой стала нехватка территории, из-за которой люди начали воевать между собой. Враждующие кланы сражаются изо всех сил в битве за выживание. Ресурсов в игре очень мало, так что бесконечная гонка превращается в кровожадное дерби с безумного Макса. Только без бензина, ведь основным средством передвижения стали деревянные кочевые машины, шагоходы и шагающие крепости, флотилии и другие хрупкие чудеса инженерной мысли. Теперь они стали незаменимой частью жизни, получили множество модификаций, и теперь жизнь без них практически невозможна. Вам предстоит стать одним из кочевников и постараться сделать все, чтобы выжить и обеспечить себе будущее. Так что постарайтесь использовать эти машины в своих целях, чтобы исследовать новые территории и уничтожать враждующие кланы. Вы можете путешествовать по миру на деревянных ветряных гуляющих машинах. Множество структур вложений и улучшений позволяют игрокам персонализировать такие машины под свои нужды. Можно их приспособить для путешествий, транспортировки, сбора урожая, ведения боевых действий или использовать в качестве мобильных баз. Держите своего кочевника живым так долго, как только сможете. Чем сильнее вы спасаетесь от смерти, тем сильнее становитесь. Как и в любой аналогичной игре на выживание, вам предстоит заниматься сбором ресурсов, крафтом и прочими интересными деталями. Нужно будет обустраивать ваш дом, оборонять его и отбиваться от других групп игроков. Только помните о том, что вам постоянно нужно будет менять место поселения, так как регион для выживания периодически меняет дислокацию. Исследуйте новые территории, ведите постоянную борьбу с враждующими кланами за места, более-менее пригодные для жизни. С вами был канал Я Геймер, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комменты. Ну и конечно оставайтесь с нами, ведь все интересное на канале Я Геймер.